смотрите, он сделал вид, что он отключается, чтобы я расслабился и типа... И начал рассказывать про свои планы. Мы на это не поведемся. Ну, последний раз, когда я смотрел, они были какие-то разобранные. Окей, может, я не прав. Но они у него более животные, и он Агилу не берет на линеек. Хтарк, маг, гоблин, взятка, девочка. Ну что, безумству храбрых поем мы песню, погнали. С полным уважением к оппоненту тратим все 100к. 750к индусов, погнали на... Надо поймать нужный вайп на игру. Ну вот. Поймать вайп. Сделать вайп. Команда оппонента, я надеюсь. Так, хорошо. Первую часть плана мы выполнили. Первая часть плана выполнена. Выиграть монетку. Мы хотели, мы выиграли. Ты сейчас не поставишь всех на лос? Не, на всякий пожар. А то, знаете, рубл такая, как говорится... Рубл такое место, где и не такое бывает. Привет, Ситар. Опять рубл? Да, последняя игра сезона. Может быть, последняя игра команды, знаешь, Ситар. Допускаю и такой сценарий. Вот. Что-то среднее между последней игрой сезона и последней игрой команды. Блин, он ставит какой-то могучий неприятный лосс. Последняя игра команды Схрона, ну, хотелось бы, конечно. Но практика подсказывает, что, наверное, все-таки как бы нет. Мы, конечно, посмотрим. Мы, конечно, попробуем что-нибудь изобрести. Но по ощущениям, конечно... Ощущения какие-то не очень благодатные. Я так аккуратно скажу. Ощущения какие-то такие. Ощущательные. Мне его тим больше нравится. Ну, при разнице в 700к, Ситар, еще бы она тебе нравилась меньше. Знаешь, при разнице в 700к, как бы, нетрудно сказать, что команда дороже на 700к приятнее. Так, скиллух пошла. Хорошо. Пошла скиллушечка. Немножко показали, как говорит, что мы могем. Мы насосы. Ладно, давайте-ка прикроем мячик ради интереса. Надо мною тишина. Дайсы полные говна. Говно проходит сквозь меня, но я свободен вновь. В шуме даблы за мной я забуду голос твой. Не о той любви земной, что нас... Блин. Вот даже не знаю, то ли начать с пинания
Потом перекрытие коровы. Взятка, конечно, есть. Ну давайте, ладно, это не гла, а не гло охота пытаться убить сразу. Найс. Хороший лосс, ну так. Ну ладно, охуенный лосс. Чё я? Чё вот это за не... Ну так, лосс охуенный. Ладно, чё я тут что-то еще типа пизданул, типа, ну ладно, ну типа, ну да, нормальный. Нет, он охуенный, конечно. Саш, конечно, любит иногда что-то такое, типа, сказать. Не, лосс охуенный. Такой день. Ну так! Нет, охуенно, охуенно, конечно. Но мы сбросили сейчас очень много разницы в ТВ. Стоит сказать. То есть, как бы, мы выкинули только что, типа, 250-300к. Неглон продал на ровном месте, это правда. Негла сыграла? Кстати, и пятка, и негла сыграла. Лол. И негла, и пятка сыграли вместе. Ни хрена себе. Я что-то даже не обратил внимания, как бы. Все сыграло. Все смешалось в доме Облонских. Все метнулось кабанчиком в лицо оппоненту. Окей. Не, ну стоит признать, да, что это завоз, конечно. Надо теперь его постараться доиграть. То есть проблем-то еще много. Но, по крайней мере, как бы болхантить ему практически уже некем. То есть, положа руку... Вот это, конечно, красиво в 1D заехано, как бы, да. Интересно, молодой человек. Это очень интересный заезд в 1D. Я вас понял. Какая-то интересная форма самоубийства была. Я эту форму самоубийства почти оценил, конечно. Не, блин, вообще, конечно, чел пока отыгрывает очень странно. То есть без вопросов, конечно, то, что он делает, это как бы... Это удивляет. Мяч помарчил тентакли, смешная шутка. Енот Хасун. Ну ладно, давайте немножко поступим так, как будто бы мы Ситар и Артемис Блэк вместе взятые. Ну ладно. Нормально. Это нормальный выбор. Отлично.
Жаль. Ну ладно. Ну что? Мы понимаем, куда мы хотим? Мы понимаем. Фактически мы сейчас бросаем корову. Она, в принципе, уже все поиграла. Нам тут есть чем заняться. Стартец, конечно, для схрона, мягко скажем, тоскливый. Мягко скажем. Завозец заехал такой, что прям как бы... Уф. Ладно, нашел дайсы в игрока. Жаль. Не убил, нормально, устраивает. Привет, Киттон. Убили, но в принципе нормас. В принципе нормас. Надо его тут доказнить просто в этой позиции, и все. И мы будем счастливы. Чел еще зачем-то продолжает как бы драться, что мне не очень понятно. Размен бычка на горда — это вообще супер. В общем, в целом все норм. Ну, слушай, пока перманенток нету. Вот когда я еще кого-то убью... Вот тогда, я думаю, может раскалиться. Хотя я не спорю, что для него выпал буквально, по-моему, самый плохой сценарий, который, в принципе, мог выпасть в этой ситуации. Это правда. С другой стороны, такие заезды, как бы, коровой, ну, вообще обычно всегда караются. Ну, знаешь, Overdrive Man, я знаю, что это прозвучит наивно,
Но не всю же жизнь у меня должны быть блевотные кубы. Ну, наверное. Да, он сам себе лют привез. Вот я о том же примерно. Его как бы никто не заставлял делать такие завозы, как бы... Какие ко мне претензии? Ну, пока наказали, не наказали, не очень понятно. Ну, вообще так, поднаказали, окей, ладно. Ладно, стоит сказать, что поднаказали. Маленькая подстраховка перед важным. Блин, я хочу убить это. Чё оно не убивается? Ну, я булк прикрыл как бы от простого въезда. Но то, что он потом как-то не стал ничего делать. Ну, он типа странно поехал. Ну, это его проблема, конечно. Ничего, это типа привет по-японски, ситар. Знаешь, когда милые няшные азиатки такие «Коничева!» и показывают знак мира пальцами. Ну, что-то такое. Это исключительно с положительной точки зрения, расслабься. Вот здесь бы она сказала бы там что-нибудь типа «Коничева, бака гайдзин», это могло рассматриваться уже не так положительно. Что-то он долго думал над этим ГФИ. Нормально, конечно, сыграно. Окей. Окей. Нани? Жаль.
Судья все-таки свистнул. Бывает, Майкси. Ну, получил интересный опыт игры с сильными игроками. Радуйся. Игра подарила тебе как бы эксклюзивное это. Здорово ж. Ну, пяточка все равно сыграла, стоит признать, как бы. Несмотря ни на что, пяточка сыграла. Может быть, не совсем так, как мы хотели, но нормально. То есть пятка минуснула быка. Как минимум, как бы за это ей большое спасибо. Насчет того, что маг был спорноватый, я, наверное, согласен. Я имею в виду то, что маг... Не, пятка все-таки скорее в маленький плюсик, мне кажется. Вот. Ну, учитывая то, что вот эта дрянь лежит и никого не бьет все это время. Что-то я сбился с мысли из-за этой реплики. В общем, маг, который это... Он, по крайней мере, все равно дал то преимущество, чтобы заставить долеживать команду оппонента в этом драйве, скорее всего. То есть не могу сказать, что получилось прям идеально, но, в общем... Но она потом все-таки как бы могла бы еще что-то минуснуть, Колян. Это я с жадности рассказываю, не обращай внимания. Это я исключительно со стороны жадности вещаю. Ой, блин, он меня байтит, ребята! Байтит! Черт. Он меня так байтит сейчас. Так байтит. Ненавижу такие байты. Ну, байтер. Патимейкер и так далее. Ну, Годвар, всегда есть шанс на это. Тут с тобой не поспорить. Правда, из-за того, что он сделал вот этот додж, стало намного проще. Могли бы и убить, конечно. Могли бы и бритвой по глазам, но как бы окей. Сейчас же задоджится коровой. Ну пусть доджит, Колян. Да, риск есть, конечно, но типа... Я мог по-другому встать, но я сыграл максимально безопасно перед выталкиванием. Ну посмотрим. Да, Колян, но вот этим было бы проще задоджить тогда, понимаешь? Я понимаю, что я мог бы кинуть ГФИ, но вот этим было проще задоджить.
Ну, ребята, он... Вы не угадали! Господи, рерол? Ты что, серьезно? Ну, как бы, окей. Что-то чатик вообще не шарит, как бы. Чатик, вы что-то вообще не угадываете. Почему вы не читаете игру, чат? Да, кстати, корова-то с первой гилой. Корова-то инвалид. Труда. Блин. Я понимаю, что сейчас будет выталкивание, поэтому надо подстраховаться. Ну, подстраховаться я имею в виду раздать контргарды. Это мысля понятная. Этого можно оставить лежать. Давайте я тут перед этим ударом я хочу все-таки дать ГФИ. Хорошо. Найс! Почему будет 2D на выталкивание? Ну, то есть, да, он, как бы, я не хочу, чтобы он бычка вытолкнул. То есть, если он будет находить кубы в это я прощу. Я боюсь, что он именно вытолкнет вот этого паренька. Вот на этого это будет 6 минус 3 в любом случае. Понимаете? То есть, я спасаю супер бычка, который влияет на результат. Гард влияет значительно меньше. Я держу просто в курсе. Если вы не уловили, как говорится, лейтмотивы. А, ну понятно, он... У человека есть план, наконец-то он заработает. Хорошо, молодец, принц Ойген. Да, да, дольше в мяч там! Вот это! Все какую-то хуйню несете, ребят! Тут человек наконец-то увидел два куба МБ клавсой ПО. А вы-то что-то сидите такие? Ой, так он, наверное! Вот у него такой-то план! Сидят такие! О, что же он сделает-то? Ну, я бы в мяч бы поехал, да, как бы, вот. Тыр-пыр, как говорится. Извините, ребят, ну, серьезно, немножко смешно, как бы, немножко смешно. Вот эти вот все мысли Жокера, как бы. Я не спорю-то, что в ваших предложениях, конечно, присутствует некий вполне очевидный и, как бы это сказать, помягче понятный смысл, да? Просто, ну, как бы, игрок не того калибра, чтобы как бы он, как Колян такой сидел и такой, ой, как же мне тут, блин, это... Это не в обиду чату, конечно, вы-то молодцы, вы все видите, как всегда. Я просто к тому, что оппонент, конечно, немножко это... На своей, как бы, волне, вот. Жалко, не могу сделать вкладку кому-нибудь. Я имею в виду... Чатик слишком смарт.
У меня слишком умный чат, ребята. Вы слишком умные. Вы не можете психологически как бы встать на место как бы убер-энимала. В этом проблема. Вы слишком сильно... Вы слишком умные. У вас передоз интеллекта, ребята. Главное за два лоса не отъехать. Ну, теоретически я с вами, конечно, согласен. Колян, чё думаешь? Мы бережем хобосы? Мы продаем табуретку или хобоса? Вот в чем вопрос. Одну табуретку мы точно продаем, это понятно. Вопрос, мы продаем еще табуретку или хобоса? С учетом того, что у него всего одна МБКЛ, мне кажется, что все-таки табуретку есть смысл. Именно из-за того, что... Да, окей. Спасибо, что подтвердил мои мысли Жокера. Хоба скачанный, и опять же говорю, как бы у него нету клавсы второй. Была бы вторая клавса, я бы скорее отдал бы Хобоса. Тем более я в этом сезоне один раз Хобоса спас от смерти. Он мне дорог как память. Вот. Ну, я могу сказать, что из этого положения у меня ничья уже процентов на 80. Если у него сейчас не встанет меченосец, то второй тайм вообще будет очень приятный, я так думаю. Я имею в виду МБ-клавса, Годвар. Если у меня было бы две МБ-клавсы, это было бы страшно. А по отдельности МБ и по отдельности клавса они не так пугают. Грубо говоря, клавса по хобосу... Ой, клавса по табуретке не так страшна, как МБ по хобосу. Стоит ли рисковать Хтарком ради ничего? Я чё-то думаю, что не. Спасибо, хороший ивент. Теперь, пожалуйста, пусть сейчас не будет минусов. На второй тайм не встанет Хоплин. А потом мне дадут Блиц. И сразу после этого губозакатывающую машинку. Как вам вариант? По-моему, ничего. Что-то в этом варианте есть. Найс. Первый удар не залетел. Как минимум, одна табуретка, видимо, уже переживет лосс. Но три куба он принципиально не дает, это мы уже поняли. Три куба, они как бы для слабаков. Труп от соны едут в два. При том, что в принципе ничто не мешало дать три. Вот. Сыграло, кстати, все на куче мале. Вот. Ёб твою мать, а. Ладно. Все меньше желания записываться на следующий сезон Рубла, если честно. Я и так уже как бы думал не записываться. Сейчас мое мнение укрепилось. Жаль. Что-то играть минус-мувными табуретками у меня вообще никакого желания нет. То есть у меня уже две минус-мувных табуретки. Возвращать инвалидских гномов тоже такое себе. Ну, жаль, конечно, жаль. Ну, это, бля, проблема в том, что ладдер, что вот это вот превратилось, типа, в забегаловку для любителей посанитарить.
То есть сидят покемоны, которые все, что могут, это санитарить. И ты с ними долбишься день изо дня в эту вот санитарную квартиру. Это, блин, настолько утомительно психологически. Типа... Вы просто фактически разные цели преследуете, вот, и погнали. Интереса как такового это не особо дает, вот. Не подумайте, что ною, просто действительно как бы матч превратились в кавалькаду того, что тебе пихают в морду, а ты как бы принимаешь. Типа по-настоящему интересных веселых игр на чистой позиционке стало так мало, что прям... Как будто бы самому уже нет смысла пытаться играть красиво, надо просто тоже как какой-нибудь... Как объяснить-то? То есть даже хорошие игроки, типа условного Элиода, проводят вторую часть ладдера, тупо играя на 2к на рублях, с ужасным счетом, санитаря ладдер. То есть, если Элиод сломался, напрашивается вопрос, почему я еще не сломался. Мне кажется, Элиод-то намного более достойный член общества. Ну, Судакович, неважно, как бы, как это называется-то. Ну, я же не всерьез рассматривал его как санитарный кихот, лол. Ну, найс. Сел на солю. Минус к ловкости, нормально. Следующий сезон начинаем сразу без Тима. Я его удалил, потому что у меня все матчи происходила какая-то непонятная херь. В общем, следующий сезон Робла, если вдруг он будет на ХД, то я начну вообще, видимо, без Тима. Найс. Очень интересно. Ну, поехали под МБ. Молодец. Естественно, пробил. Кто бы сомневался. Разбудите меня, когда не будет пробоя. Ну, нормально, ребят, в принципе. Не сильно хуже моего лоса получилось. Только не говорите, что он сейчас сразу кинет два этих ГФИ ради клетки. Господи Иисусе. Я, пожалуй, помолчу. Очень сильно сыграно. Качается, да. Я бы добавил бы, идет бычок, качается, вздыхает на ходу.
Найс, Дайсин. Лишнее ГФИ. Что-то я не заметил, но может быть. Окей. Потом проверю после игры. Мне так не показалось, конечно. Но окей. Ну ты можешь, как бы это... Ты же понимаешь, там БТ надо было кидать и кинуть попроще додж. Ну ладно. Так я все три ГФИ кинул. Так что я бы там, видимо, не упал бы на ГФИ, ну ладно. Про другую корову? Ты мне предлагал... Раз там было лишнее. Ладно. Найс. Отличная игра. Очень хорошо сыграно. Бывает, бывает, да, бывает, бывает. Именно так, дорогой. Мне, конечно, хочется вот этим тяпнуть, но пока не могится. Очень жаль. Скатер говна. Удар говна. Ладно. Судакович, давай я тебе лучше задам другой вопрос. Человек с такой командой четвертый сезон подряд сидит в сале. Вопрос. Взаимосвязано ли это явление с его игрой в этом матче? Как ты думаешь? Или я его до этого как бы три сезона подряд подкупал? Просто объясните мне, пожалуйста. Я имею в виду, что чувствуется прямая взаимосвязь, как бы, между тем, что он, как бы, вот столько сезонов сидит в... Вот здесь, нет? Моя теория, конечно, может быть ошибочной, вот. Ну, окей, ну, два сезона. В общем, мне чувствуется, что здесь есть некая прямая связь, как бы. Очень прямая и очень связь. Если бы я знал, Над. Если мы договаривались бы о сливе, я бы еще доплатил за нетравмы. Но что-то как-то не получается. Уже как бы две перманентки. Рыночек решает Сашу.
кек W. Рыночек Сашу решает. Догоняет и решает. Хотелось бы, конечно, как-нибудь наоборот. Больновато играть такие матчи, ничего не могу сказать. Без удовольствия. Почему-то все три его травмы, как бы, аптека сыграла, и две травмы, типа, норм. А у Саши чё... Да, ну, конечно, в Хтарка 5-6 на красных, как бы, но тут... Тут, конечно, не удивительно, так скажем. А где пробой? Обычно после этого сразу пробой еще сыпет, нет? Очень странно. Смешно, Колян, смешно. Шутку понял, оценил, как говорится. Ясно. Как-то далеко бежать. Допустим. Окей. Я вот удара на мяч не понял, но мне не было смысла, как бы... У меня оставался еще один сложный удар, чтобы все снять с мяча, подбирать неким. Лучше было пытаться как-то выскочить его наружу. С попыткой подумать, что мы из этого привезем. То есть, если бы у меня получился бы там какой-то удачный скатер, можно было бы и коровы пододжить, там, что-то попридумывать. А так, по итогу, в любом случае, сложное положение на мяче, и как бы сильно оно не улучшается. Короче, если говорить коротко, однохуйственно как-то, понимаешь? О, господи, еще и профи! Нам попался профи, ребята, конечно, во всех отношениях. Но еще ПОшни, чё нет-то, давай. Да, еще ПОшни. Давай, давай, ПО, ПО, родной. Даже странно как-то. Чё ж не ПОшнул-то? Как же так? Так хорошо стоит. Совесть замучила. Глядя на команду этого человека, может возникнуть подозрение на то, что у него есть совесть? Серьезно? Глядя на команду этого человека, вообще есть намек на совесть? Ну, как бы, окей. Очень интересно, как бы. А мне тоже покажите, пожалуйста, мне интересно прям, где он? Ничего себе, тут пошли, конечно, речи о совести. Ну, было тяжело найти коровкой плохие кубы, но оппонент, конечно, постарался и нашел. Спасибо ему. Выбирай черепочек.
Надо вот так вот сделать, чтобы освободить все с меча. Ну, в случае неудачи. Очень жаль. Ой, давайте поступим по-интересному. Господь милосердный, я уж ожидал, что сейчас будет не подбор. А, ну, как бы, окей. Дабла на ГФИ с пробоем. Ну, да, да, тоже неплохо, спасибо. Вот это... Это красиво было. Я-то думал, что там еще может произойти? Чё не хватало-то для счастья в этом моменте? А игра такая, типа... Оп-оп-оп, чигадок. Ну ладно, бывает, бывает. Я переаккуратничал. Я немножко не верил в 5-6, поэтому сыграл поаккуратнее. Практика показывает, что, видимо, зря, но окей. А чё, слушай, смерть как раз Хобоса ни на что не влияет. Влияют перманентки табуреток и перманентки бычков. Все. Что там будет с Хобосом, пофигу. Это если коротко объяснять, как бы, позицию в матче. Так что в целом, как бы, это было не критично, это просто, ну, типа, ну, ок-ок. Умер Максим, да и хрен бы с ним. Просто вроде бы, конечно, получился хороший сезон, но из-за двух перманенток он уже смотрится как... Ну, из-за трех. Ну, это, блядь, типичное сало с кучей людей, которые ничего, кроме одного трюка, не выучили. Не весело, короче. Ну, это очень странный риск, непонятно зачем. То есть у него была игра намного менее рисковая, и он по какой-то причине выбрал наиболее рисковую игру через один удар. Ну, блядь, что это за херь? Еще и пробой, ребята. То есть чел сыграл какую-то супер-херовину, но игра сказала прокатила. Ну, понятно, короче. Самое обидное, люди играют вот эту хуйню, и все прокатывает. Можно играть полную хуйню и сидеть на 2200 команде, всем объяснять, что они не правы. Это, конечно, тоскливо. Это меня угнетает при игре в Blood. И, конечно, корова опять встал на 4+. Ну, хули нет, ребят. Хули нет. Как выиграть позицию? Накидать хуйни в 1D и вынести. Найс. Просто супер. Прям вообще не поспорить. Очень хорошо сыграно. Накидываешь пачку хуйни в 1D и тащишь. По-моему, это вот как бы то, что надо. Этого-то мне обычно и не хватает. Блять, какой гениальный рерол, чел. Какой гениальный рерол. Das ist fantastisch. Всем гениальным реролам просто гениальный рерол. Обожаю эту игру. Хочется просто похлопать. ББ просто не перестает удивлять. Господи Иисусе. Блять, киш дайсы заебатые, просто слов нет.
Блять, какие же охуенные дайсы. Просто, просто супер. Вот с момента пробоя Хтарка сразу стало понятно. Дайсы охуенные. Вот как в Хтарка залетел пробой в 1D, блять, уебанским ударом. Я сразу понял, матч отличный. Ой, как же я люблю, блять, ББ. Да, чё бы, хули не начать с удара коровой, действительно. Корова ж, блядь, никогда не кидает даблу. Ну, чё нет-то? Чё нет-то, ребят? И он не толкнул, блядь. Он не толкнул так, что... Не толкнул так ЛМБ на то, чтобы ударить быка, сука. Если бы он хотя бы толкнул правильно, в этом ударе был бы смысл. Если бы он просто толкнул бы правильно. Но, блядь, для того, чтобы толкнуть правильно, подумать надо немножко. А мы что, думать сюда пришли? Ну нет, конечно. Мы пришли делать блицем бэка ЛПО. Ну как бы да. То есть, если бы он хотя бы правильно все сделал, можно было бы сказать, что он рискнул и провернул красивый плей. Который не особо был нужен, но как минимум он был бы хотя бы красивый. Но кому это надо? Нет. Зачем красивые плеи нужны? Ну, не нужны. Сейчас шестерку кинет вообще по закону жанра. Очень странно. Ну, вроде бы это должна была быть шестерка. Багануло, наверное. В общем, попахивает ничейка, если он разыграет хотя бы средний уровень игры. Ну, для начала было бы... Не знаю, мне кажется, корову снять было важнее. Потому что кинем сейчас условные там 2-2 в одну попытку. Как бы бычок бы мой что-нибудь нашел после этого. Тебе так не кажется, Ситар? Я бы рассматривал это именно в таком разрезе. А, ну, бля, ну да-да. Окей, окей. Ну, давай убей в 1D, как бы. У тебя еще профят для этого есть. Действительно. На гол, да, конечно, Саш. На гол завел губы. Сука. Ой, молодец вообще. Ну да, да, и опять травмы. Просто, блядь, просто у человека... У человека, блядь, просто видно уровень, конечно. Спасибо, Ситар. Ситар предугадал в очередной раз, как бы, итог сказки. Красивый, красивый, красивый... Нет, мой красивый мув он не сделал. Он сделал красивый мув Ситара. Красивый! Ну, как бы, вот так вот, ребят. Как бы, все лицо в красивом муве. Спасибо, вообще супер. Корица, ебать, мув красивый, конечно. Это во мне это. Ну, это было ебать смешно, на самом деле. По-моему, это было очень смешно. Надо все равно кидать. Мув красивый, конечно. Всем красивым мувам посвящается. Не, это было очень смешно. Очень смешно. А я бы гоблина толкал бы на гол. Нет, ну он толкнул гоблина, но Ситар, конечно, немножко промахнулся. В какой-то степени это был гол, не поспорить. В какой-то.
Где-то отдаленно это могло напомнить гол. Извините, пожалуйста, просто это... Это настолько, сука, смешно, просто слов нет. Вот знаешь, как яма, а вот у меня-то был разговор с Хроном, где он вкратце объяснял, что мои принципы игры неправильные. На что я ему сказал, что вот когда ты со мной встретишься, я тебе покажу, что такое скилл. Как бы не подумайте, что я выебываюсь, но я, в общем-то, доказал, что мои принципы игры несколько, как говорится, получше, чем его принципы игры. Даже если мы сыграем в ничью, вдруг. Что-то мне подсказывает, что мои принципы игры себя зарекомендовали получше. Я теперь даже не знаю, что возвращать... Возвращать гномов, играть ХД или просто отдохнуть от ББ. Склоняюсь к последнему, конечно. Ну, я согласен, что отъедание жопы в 2200 на ХД это скиллух, конечно, своеобразное. Ключевое слово, наверное, своеобразное, чем скиллуха, но все-таки. А, ну, блядь, 1D6, ну да, да. Спасибо, чел, конечно, очень хорошо сыграно. Странно, что корову не убил. Комьюнити, ББ всегда было комьюнитим Доты, родной. Ты уж извини меня, но тут, к сожалению, как бы... К сожалению, так оно и было, в общем-то говоря. Мяч. А что мяч? Какой мяч? Гобос не добегал? Но это не повод не ёбнуть Гобоса. В смысле? Нужно было горда не поднимать, ты, наверное, имеешь в виду, ну да. Да, да, но этот, правда, этот не убежал, это его вина. Попустили, блядь, меня попустили, ребята, чё там с Хроны попустили? У меня Тима в руинах, ему-то чё? Он играет не на результат, лол, ребят. Это меня попустили, мне Тиму разъебали. Меня эти медали не особо радуют. Ну, получу я медаль за лучший деф, за сезон без поражений и за первое место в сале. Только это стоило Тимы. А, это был сарказм. Извините, конечно. Я плохо распознаю сарказм. Надо было на самом деле дать ему гол, чтобы он меня сейчас не пиздил. Ситар, у меня уже типа 3 перманентки на табуретках. Если чё. И как минимум 2 из них очень критичные. Сейчас, может быть, третья подъедет, четвертая подъедет. Как не пробой без ПОшки? Как не пробой опять? Что, родной, ты сломался? Даже как-то подозрительно.
Во имя всех богов Чавоса. Ну почти, кстати, почти. Шансы были. Да. Ну, как обычно, Саша дает больше блоков, получает больше травм. Логика Сала работает, конечно. Неизменно логика Сала работает. Ты можешь переиграть позиционно, но все равно получишь пизды. Логика работает как часы. Пока не было ни одного раза, чтобы эта логика не сработала, по-моему. Ну, кроме игры с орком, где шара залетела.